Артем. Алло, Анатолий, как слышно? Артем, приветствую, хорошо слышно. Хорошо, а то у нас связь может прерываться, если что. А ясно, меня нормально слышно? Да, вас очень хорошо слышно. Ну хорошо. Как дела у вас? Ну, дела, в общем-то, не очень хорошо так получилось. Потому что вот после разговора нашего с Руслафбанком, так, ты, наверное, слышал, что его лишили лицензии. Буквально через 3 дня после того разговора лишили лицензии. Да, я слышал это. Вот, и все деньги оказались, ну, замороженными, вот, ну, не заморожены, а короткий период. Короче, нам обещают выплатить с 1 по 8 декабря всю сумму с процентами. Вот, но я уже на очереди, я записался на первое число, 1 Ясно. декабря, то есть вот буквально послезавтра или послезавтра. Вот, но ситуация следующая, там дают не пятитысячными, а я вот хотел заказать так пятитысячными, что ли. Там дают вообще по 500 рублей пачки. То есть люди с сумками приходят. Я не представляю, как вот эту сумму можно перевести вот через терминал. Так, это я понял. Но здесь лучше, конечно, через сотрудников, через операционистов, а не через терминал. Через терминал это, ну, очень долго получится. Пару часов, наверное, нужно будет, да, чтобы затолкать все деньги Да и в то машину. вряд ли, наверное, получится так это. Потому что я тогда небольшую сумму, вот, помню, 60 тысяч отправлял пятитысячными, и то, говорю, там где-то минут 10, ну не 10, минут 8, наверное, точно ушло на этот процесс. А это... Ясно. Есть еще вариант, возможно, сработает, если просто взять эту сумму, прийти, ну, в крупный банк, допустим, Сбербанк, и узнать о возможностях обмена, точнее, заранее узнать. О возможностях что именно? Обмена одних купюр на другие, то есть А. суммы, допустим, в пятисотках на сумму в пятитысячные. А так я заходил к ним уже. Вот я хотел заказать, я заходил к ним, но они говорят, что нам присылают такие банкноты вот просто, потому что в Таганроге порядка 40 тысяч этих вкладчиков, вот которым надо выплачивать сейчас. Понял. Вот. Ну, я буду искать пути, короче, я буду искать пути, я тебе сразу сообщу об этом. Вот. И второе, Хорошо, но теперь. если что, Анатолий, Да. связной через операциониста можно избежать всех вот этих проблем с терминалами, потому что операционист, он просто в кассу средства принимает и зачисляет напрямую на счет. Ага, вот так, да? Да. Ну хорошо, я уточню. У нас вот, правда, вот, я не знаю, это может в большом городе там это, а у нас, ну, есть связной вот эти терминалы их, не так вот, говорю, там, ну, мальчики сидят, говорю, там, типа, офиса центрального как такового нету. Да, а это именно в таких салонах связи, вот где сидят те ребята, которые продают там телефоны, зачисляют на счет Да. на сотовую связь. Вот они же могут прям принять через кассу провести. А, через кассу провести? По-моему, да, по-моему, до 150 тысяч на один счет они в течение дня могут принять. Ну, я уже разговаривал, да, они могут. Я сказал, у меня 5 счетов там, говорю, по этим 5 счетам надо провести по 150. Он говорит, да, я могу это сделать, выполнить. Ну, говорит, тоже что-то через терминал я буду. Ну, как, то ли вот эти совать копюры все вот эти в терминал, вот то. Это что-то, ну, наверное, ну, я уточню еще у него. Я Да, уточню. если где-то в одном салоне может быть проблема, можно рассмотреть другой, их же наверняка несколько в городе. Ну да, ну в крайнем Связной. случае я в Ростов-на-Дону съезжу тогда, там узнаю. Вот. Тут 60 километров от нас, так что. Вот. Понял, хорошо. Значит, у банка лицензию забрали и, соответственно, все вкладчики сейчас забирают, да, свои вклады? Ну да, всем выплачивают, но проценты не потерялись. Единственное, там же 16,2 давали они, так, процентов. Вот. Теперь, Да. ну, это Сбербанк все, через Грефа прошло, конечно, там Греф вот это приложил руку свою, явно, потому что сейчас они, так сказать, на выгодных условиях там принимают и так далее, Сбербанк все дает для того, чтобы люди положили им вот эти деньги, все внесли. Конечно, да. Сбербанку выгодно это. Да. Вот, ну, Сбербанк я не хочу и так далее, мы тем более так договорились, так я вот хочу все-таки продолжить в этом направлении, вот с тобой взаимодействовать, так вот, развиваться. Потому что здесь я так и останусь, на том уровне, там копейки, ну вот эти будут только и все, так говорю, никакого, можно сказать, прогресса не будет. Да, это точно. А без прогресса не хочется существовать просто так.
Затем мы затеяли вот эту, вернее, я затеял, влез в эту компанию. Так. Да, есть как бы две стратегии инвестирования. Да? Первая – это победить, а вторая – не проиграть. И вот банковский депозит – это, скорее всего, ко второй стратегии не проиграть относится. Да. И Артем. Анатолий, хотел узнать еще у вас, получилось подключиться к тренингу «Путь миллионера»? Да, получилось, Артем, получилось. Я записал видеоролик, почему я вступил, там два даже видеоролика. Я Марии отправлял, там вот она, ну я их два, так сказать, опустил публикацию, вот уже поступает там, в общем-то, то есть на свои аккаунты опубликовал. Вот. Я в двух вариантах. В двух вариантах сделал. А? А по заданиям получается двигаться? Значит, Артём, по заданиям, можно сказать, часть сделал, но то, что с дневником успеха, у меня вот ситуация получилась неординарно такая, ну, вернее, у меня немножко депрессионное состояние, я развожусь с женой. Вот, тем более на время, да? Да, ну вот на почве, понимаешь, вот этого всего, что с деньгами связано, вот это что, ну, женщина не понимает, вот и так далее, хоть... Я говорю, без взаимной идеологии, то есть, ну, единой цели и так далее, мы никуда не двинемся. Мы будем сидеть здесь, вот в Таганроге, в этом на месте. Я не хочу здесь сидеть, говорю, вот. Сидеть в этом на... Ну, хорошо, те деньги, говорю, мы используем, куда-то вложим, там, потом на нуле опять будем сидеть, вот, и жить только на зарплату, как говорится, или на пенсию военную, так, и то, что подзаработаем. Вот, ну, не понимает это. Ну, я говорю, хорошо, давай, говорю, разведемся тогда, говорю, и так далее. Ну, вот, короче, и вот это... Состоянием я немножко, понимаешь, я дневник успеха, ну не могу, вот приложить силы, вот что делать только, я говорю, ну что-то я буду там писать, вот, ну покуда я тормознулся с этим. Ну ничего страшного, в такие моменты жизни не нужно там против течения плыть, можно паузу взять, передохнуть и так далее. Анатолий, а вы не хотели бы в какой-нибудь из путешествий вместе с нами съездить, вот такую встряску сделать? Ну, Артём, я уже думал на эту тему, думал, мысли такие были у меня, вот, но сейчас еще, покуда, вот, ну, до Нового года вряд ли получится что-либо. А нет, в следующем году, там, через год и так далее. Да, через год я обязательно, мне, потому что мне с первой женой сейчас надо, я по 14 тысяч выплачиваю и рассчитываюсь, вот еще мне до мая месяца надо с ней рассчитаться полностью. Вот, а со второго тоже плюс там вот так вот это все было нормально, кажется, и планы были, и все, и хотели путешествовать мы все вместе, но вот так получилось, вот эти деньги, они обычно сводят с ума всех, говорю, или женщин, или кто его знает, кто, ну всех, наверное, вот, если неправильно мыслить на эту тему. Это верно. Я говорю, я изучал, я занимался, я таких людей, говорю, ну тем более, что Бода Шефера там и так далее, вот, можно сказать, конспектировал все, ну, впитывал это в себя. И вдруг, говорю, ты вот приходишь, Таня, говорю, вот из такой, типа, того, что это ерунда, вот мама сказала держать там, типа, в этом, под подушкой там деньги и так далее, вот, говорю, чтобы здесь они лежали, чтобы мы жили одним днем и так далее. Говорю, нет, так, говорю, не будет, говорю, мы так не, жизни не будет счастливой тогда. Ну, вот так примерно вот. Я понял. Вот, ну что ж, в любом случае абсолютно все происходит в жизни к лучшему, и никогда не знаем, да, как та или иная неприятная ситуация там в жизни, она может вывести, ну, как бы для чего-то, да, все происходит. Да, Артем, да. Вот тебя хорошо, я вот смотрел, говорю, у тебя жена абсолютно, ну, единомышленник твой. Тогда, говорю, и легко, и мужчина добивается всего так, и двигается вперед. Это большое преимущество, ну, тем более, что вообще я могу сказать, что любой успех в моей жизни, да, связан вот именно с тем, что поддержка супруги от ее, с ее стороны инициатива, вдохновение, потому что если бы не супруга, я бы вряд ли и путешествовал там, и бизнес построил. Да так, наверное, и есть, так и есть, наверное. А здесь, видишь, я сидел, вот, говорю, вот тренинги, когда проходили, вот коучинги занимался, вот, ну, по твоей программе, так вот. Сижу там до 5 часов утра, но надо было догонять вот это все. Я ж отстал был там на 2 недели, полмесяца позже вступил. Вот. Она, вот, ты сидишь там с компьютера в лес, вот, ничего, не, типа, тебе не надо другое. Но, говорит, ты не понимаешь, что это какой-то период сейчас. Мне надо стабилизироваться, набрать обороты тебе. И дальше уже пойдет уже автоматически все. Немножко буду только подрабатывать и все. Ну, не понимает, вот, не поняла. И вот эти претензии все связаны с этим.
Ну, Артем, я вот хотела что еще, чтобы ты, я же деньги как получу, так вот она будет лежать здесь, допустим, сумка с деньгами, так или пачка, вот, ну вот большая там, если выйдут купюрами там по 500 или так далее, вот. Вот я их 800 тысяч вот эти положу, вот. И я хочу снять такой, ну, знаешь, ролик, который бы, ну, эффектный ролик, который бы сыграл на публику как-то вот. Вот, Ну да, сумка что бы ты денег порекомендовал, можно вот именно, снять. как... Я говорю, что с сумкой денег можно снять очень такой ролик, который зацепит многих людей, да, который соберет кучу просмотров, и много мнений людей будет в комментариях и так далее. Ну да. Вот что бы ты порекомендовал, там, как именно, что вот представить вот это все? Ну, в двух словах, так сказать. В двух словах, значит, я могу просто сейчас не спешить с рекомендацией, а просто взять небольшое время и попробовать несколько идей придумать в виде сценария и отправить вам в ближайшие несколько дней. Хорошо, Артем, спасибо, я буду очень признателен, спасибо. Вот, и тогда отправлю уже вам сообщение, ну и если что, мы еще созвонимся дополнительно. Да, перед тем, как уже я определюсь здесь окончательно, когда уже деньги будут вот здесь лежать у меня, типа, и так далее, так? Вот, и когда я с операторами переговорю уже окончательно, вот, и тогда я с тобой выйду на связь, хорошо? Хорошо, договорились. Спасибо. Ну что ж, тогда держим связь и, значит, я отправлю все сообщение, ну, либо в Скайпе, либо в Фейсбуке. В Фейсбуке же вы читаете Да, сообщения? Артем, да, я читаю. Замечательно. И тогда до связи. Хорошо, счастливо, до связи. Анатолий. Да. Анатолий, если какая-то поддержка от меня нужна, пишите, я буду рад помочь, поддержать. Спасибо, Артем, я вижу, я чувствую это. И так мне достаточно, покуда то, что я с тобой вот покуда так общаюсь. Вот. Я впитываю эту информацию, которую вы даете. На коучингах и так далее, вернее, на тренингах вот этих вот, и все я впитываю, покуда все мне понятно. Хорошо, если нужна будет поддержка там от нашей команды, это и Мария, и Татьяна, Андрей Мясников, Константин Кириченко, все тоже к вашим услугам, без проблем мы поддержим вас. Мы будем вести до тех результатов, которые мы поставили в качестве целей. Спасибо. Но успехов тогда и до связи, не Спасибо. прощаемся. Спасибо, Артем. Удачи. До связи.